сейчас начнут. Мы начинаем. Мы пришли к вам сегодня, чтобы поведать... Осман! Вот и весь урожай. Одну историю. Историю нашей семьи. И я молю Всевышнего, чтобы глаза мои... Ибрагим, меня послал к тебе... Зачем так все усложнять? Почему ты никого не слушаешь? Нет у меня брата по имени Осман. Ибрагим, за прошедшие годы он причинил тебе столько боли. Настала пора отомстить. Заслужить мое прощение ему будет... Позволишь рассказать историю? Конечно, я очень люблю истории. Ты когда-нибудь слышал о сновидце Юсуфе? Юсуф был прекрасным юношей. Ему приснилось, что братья прислуживают ему. Но что, если Всевышний направляет твое сердце? Ты смог простить брата-обидчика?